Защищающие летчики, основные агрегаты машины от огня стрелкового оружия с земли. Вооружение штурмовика состоит из 400 килограммов авиабомб, 4 реакций уничтожения вражеского аэродрома в Мурманской области в ноябре 1943 года. И при подлете к цели штурмовики попали под огонь вражеской зенитной артиллерии. 20-миллиметровый снаряд зенитки попал в генератор самолета «Скопинца», выведя из строя вооружение и часть бортовых систем. И другие попадания повредили уже систему управления самолетов «Скопинцев». Попытался вернуться на свой аэродром, но самолет немного не дотянул и сел на вынужденную посадку на лед озера Кривое, где чуть позже и затонул. Летчик с...